Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же я резко встал. Башка раскалывается. Ничего вообще не помню. Где хоть я? В каком-то доме. Не помню, чтобы это был мой дом. Неплохо было бы одеться, а то без майки прохладно. Как-то это, кроме дырявых носков, в моем шкафу ничего нет. Хорошо. Может быть, есть что-нибудь, таблеточка какая-нибудь в ванной, скажем, от головы, потому что она что-то больно раскалывается. А и в ванной тоже ничего у нас нет. Печально, печально. Надо будет чуть-чуть хотя бы какую-нибудь водичку попить. Какой зомбоящик, вы что, серьезно? И так башка раскалывается. Ты еще хочешь, чтобы я это слушал? Нет, спасибо. О, бутылочка освежающей водички, как классно. Водичка из-под крана. Просто шикарно. Я смотрю на улицу, просто непроглядный туман. Что за товарищи? Пойду, может, у них хоть спрошу, может, у них есть какое-то средство головной боли. Надо попытаться вспомнить, где я вообще нахожусь. Прохладно. Эй, здравствуйте, сэр. Сэр? Эй. С вами все в порядке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Ребят. Отстань от меня. Боже-боже-боже-боже-боже-боже-боже-боже. Что, блядь, здесь происходит? Я, конечно, все видел в своей жизни, и фильмы о зомби, и прочее, но, блядь, то, что зомби происходит здесь... На удивление, я помню, что я видел фильм о зомби, но я не помню, кто такой. Странная у меня выборочная память. Хорошо. Если они караулят мой вход, может попробовать выбраться через окно? Да, yes, окно открывается хотя бы. Надо попробовать выбраться так, чтобы меня не заметили. Тут еще есть товарищи. Может, тут все-таки есть где-нибудь выжившие, и было бы неплохо их найти. По пути, может, мне удастся не замерзнуть здесь. Было бы очень не кстати. Может, в этом доме есть что-то примечательное. Попробую его открыть. Закрыто. Есть задняя дверь. Пожалуйста, будь открыта. Yes! Я слышу какие-то звуки, что это такое. Кто-то куда-то долбится. Думаешь, нож для масла. Да, в этих шкафах, конечно, ничего интересного нет. Но это лучше всякое, чем с голыми руками ходить. Так, выдохнили. Вилка, ты справишься. Все будет хорошо. Ага! Ой, ёб твою мать! Что это было? Ай, башка! Снова этот звук. Только что я был здесь, и вот труп. Нож сломался. Мне он больше не пригодится. В этих шкафах тоже ничего интересного нет. Снова какие-то провалы. Неужели я ее убил? Не помню. Ладно. Надо попытаться найти какую-нибудь одежду, а то я снова замерзну здесь. Снова? Почему я сказал это? Есть свитер. Замечательно. Вроде я в доме никого больше не слышу, значит, я могу здесь ходить. Не опасаюсь ничего. Но я вижу какого-то... Ух ты, божечки ты мой. Сколько вас там, ребята? Неужели это все зомби? Было бы неплохо вспомнить, что произошло и почему я ничего не помню. Нужно сейчас посидеть, обмыслить все и попытаться все-таки понять, что же мне делать сейчас дальше. Хорошо, что мы сейчас имеем? Дикую головную боль, полную амнезию. Я вообще ни хрена не помню. И толпы зомби за окном. Они явно не живые, хотя, может быть, у них осталось что-то человеческое. Надо попытаться найти тогда средство, чем я смогу от них обороняться. Не хотелось бы их убивать. Есть скалка. Можно повесить нож на пояс. Ладно, пойдем. Также скрытно попытаемся. Тут есть еще какой-то дом. Ага. И аборигены пошли в сторону. Этих аборигенов я опасаюсь. Бежим, бежим, бежим. Нет, лучше сейчас просто игнорировать их. Не хочу никого убивать. Этого аборигена в доме я тоже, пожалуй, оббегу. В этом возле этого дома никого нет, хорошо.
Уже выбито окно. Ладно. Стоит, пожалуй, остерегаться этих товарищей. Бежим, 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 бежим. Фух. Надо стараться двигаться небольшими перебежками. Странно, но я чувствую, как будто я уже что-то подобное делал. У меня есть некая мышечная память. Я как будто точно знаю то, что делать. И нету таких приступов паники, как могли бы быть у обычного человека. Значит, я уже нечто подобное занимался. Видимо, это уже не первый день. Просто тут клопы кишат. Надо выйти в какое-нибудь место, где их относительно будет немного. Найти укрытие и хотя бы еды. Не паникуем. Не паникуем. Слишком до хрена, ребят. Ух, ё-моё. Не-не-не, братаны. Мне с вами не по пути. Дёр-дёр-дёр-дёр-дёр-дёр-дёр. Сколько же вас здесь? Целые толпы. Я больше не могу бежать. Нет. Нет, 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 это не конец. Я еще поборюсь с вами. И это дикий писк мне никак не помешает. Главное сейчас найти место, где можно отдышаться. Не попасться кому-нибудь. Если что, я и помню то, что если тебя укусит, то хана. А если с такой толпой бороться, то шанс то, что тебя укусит, очень велик. Муха, сколько же вас здесь? Могу идти быстрее. Сейчас. Такое ощущение, что сердце выпрыгнет из легких. Ёб твою мать. Нет, 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 нет. Как же болят легкие. Ё-моё. Зачем я побрел по этому узкому переулку? Сколько же вас здесь, вас. Просто бежим. Долбанные деревья. Ёп. Живым не дамся. Сколько же вы здесь. Неужели это моя смерть? Надо в лес бежать. Бежать по дороге бессмысленно, потому что они только на дороге валяются. Как же болят легкие. Собака. Все. Видимо, это моя смерть. Я больше не в силу даже пытаться бежать. Все. Это укус. Это летальность. Я труп. Симуляция 1503 закончилась неудачно. Испытуемый погиб, в этот раз продержавшись 5 часов. Стоит выделить, что эта симуляция была дольше остальных. Итоги эксперимента. Исправление провалов памяти. Неудача. Исправление амнезии и сохранение воспоминаний о прошлых симуляциях. Неудача. Достижение итоговой цели. Неудача. Поправка. В ходе эксперимента у испытуемого было замечено сохранение мышечной памяти. Опираясь на собранную информацию, получится выделить необходимый геном для сохранения и накопления опыта в результате симуляции. Произвожу необходимые вычисления. Загрузка. Загрузка завершена. Загружаю алгоритмы в симуляцию. Запускаю новую симуляцию программы в надежде на изменение результатов. Голова. Где это я? Так, последнее, что я помню... Как меня растерзали зомби. А сейчас я уже в доме. И уже в другом, причем, чем раньше. Может, мне уже кто-нибудь наконец объяснит, что, блядь, здесь происходит. Здравствуйте. О, супер.
Еще один голос в голове. Прошу вас расстроить, но я вполне реальна. И нейроискусственный интеллект, разработанный и задействованный для помощи вам и объяснения всего происходящего. С радостью отвечу на все ваши вопросы. О! Вот как раз ты мне, тетенька, и была нужна. Что, мать его, здесь происходит? И почему я ничего не помню? Мысли, тетенька. С радостью отвечу на ваш вопрос. Ваш разум находится в симуляции, а настоящее тело находится в центре Кервеллов. Вы добровольно согласились на данную процедуру и были уведомлены о всех сопутствующих возможных проблемах. А каких это еще? И почему я ни хрена не помню? Именно из-за периодических провалов памяти вы прибыли в наш центр. И чтобы решить их, мы собираем данные путем помещения в стрессовой ситуации и стимулирования работы мозговой деятельности. Пока в общей сложности было проведено 1503 симуляции. По итогам каждой была ваша смерть. Но вы все это не помните, так как до этой симуляции не удавалось сохранить ваши прошлые данные. К счастью, сейчас все налажено, и мы приступаем к основному протоколу для вашей помощи. Ну, как бы, допустим, я не помню, как к вам пришел. Ну а почему я не помню ничего, кроме прошлой симуляции? У вас сохранились воспоминания, необходимые для симуляции. Остальные лишь мешали по работе системы. Они были временно помещены в карантин. Могу вас уверить, что вы все вспомните, как только симуляция будет успешно завершена и цель будет достигнута. А, ну хорошо. А какая тогда цель у всей этой миссии и как мне завершить симуляцию? И перестать здесь умирать? Все просто. Нам нужно собрать данные о вашей мозговой деятельности. По предварительным данным, периода от марта 20 по март 21 будет вполне достаточно для сбора всех данных. То есть я должен выжить здесь целый год в мире с тысячами жаждущих съесть мои мозги из зомби? Да, именно так. И если я выживу, то смогу вернуться в реальность и излечиться от моих временных провалов памяти и вот этого всего побеления в глазах. Да, именно так. Обескушаем был вызван временной дисплазией, и это было лишь временным последствием ваших смертей. Советую вам выжить как можно дольше. Если я все правильно понимаю, моя цель продержаться здесь год и всего лишь постараться не умирать. Что все-таки случится, если я умру? Симуляция будет приостановлена. Данные будут сохранены. Будет перезапущена симуляция, но все ваши умения, знания и опыт будут сохранены по возможности. Ну, хоть это радует. И все же я рекомендовала бы вам умирать как можно меньше. Хоть и количество попыток неограничено. Спасибо за столь чуткий совет. Я буду по возможности вашей спутницей в выживании и помогу, чем смогу. Но стоит помнить, что я не всесильная и во всем помочь не могу. Моя помощь ограничена общими подсказками и советами по выживанию. Взаимодействовать с симуляцией не имею права. О, так я общаюсь с дамой, хоть и с искусственной. Мне очень приятно. А также вам нужно комментировать все происходящее. Удачи. В смысле комментировать?